В условиях сложной эпидемиологической ситуации библиотека имени Горького перешла на удаленный режим работы. На сайте можно посмотреть актуальную информацию о коронавирусе. И, конечно же, в онлайн-режиме воспользоваться ресурсами электронных библиотек. Для наших пользователей мы предлагаем посетить Национальную электронную библиотеку, Национальную электронную детскую библиотеку, воспользоваться ресурсами президентской библиотеки, ну и, конечно, ресурсами нашей электронной библиотеки. Для наших читателей открыт бесплатный удаленный доступ с домашних компьютеров к нескольким сетевым лицензионным ресурсам удаленного доступа. Они все перечислены у нас на сайте библиотеки. Доступ к электронным ресурсам в библиотеке имени Горького предлагается оформить через электронную почту, которая указана на сайте. Библиотекарь создает электронный читательский билет и высылает на почту личный логин и пароль. Таким образом, мы можем воспользоваться необходимым нам материалом. В сложившихся условиях многие электронные библиотечные системы бесплатно предоставляют доступ к своей информации и коллекциям. Таким ресурсом у нас является недавно размещенная для читателей в открытом виде электронная библиотека нонфикшн компании Direct Media. Сейчас библиотека ведет переговоры с некоторыми держателями ресурсов о бесплатном доступе к их коллекциям. И в скором времени список, который вы видите сейчас на экране, будет дополнен. Библиотека имени Горького предлагает всем читателям воспользоваться услугами виртуальной справочной службы и оформить электронный заказ документов. Для наших читателей мы предлагаем посмотреть видеолектории и творческие встречи с авторами, которые у нас есть в записи. Ну а теперь у нас есть возможность более широко это представить всем желающим. В разделе «Медиа» нашей библиотеки представлены сюжеты о наиболее интересных мероприятиях, которые мы также предлагаем посмотреть нашим читателям. В электронных библиотеках можно найти книгу на любой вкус. Здесь есть и художественная, и техническая, и методическая литература, а также учебники для школ и вузов. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».